Итак, мы начинаем. Для пациентов с подозрением на коронавирус в Наукограде подготовили больше 100 мест. Об этом сообщили на заседании, которое прошло в Бийской мэрии. На нем присутствовали представители Роспотребнадзора, здравоохранения, а также образования. Там говорили о мерах, связанных с распространением этой инфекции. Отметим, что в Алтайском крае нет ни одного заболевшего коронавирусом. Уже известно, что весенние каникулы для учащихся бийских школ начнутся немного раньше, не с 23 марта, а с 20. Специалисты Роспотребнадзора ведут мониторинг деятельности в сфере торговли и общественных услуг. Разработаны рекомендации по профилактике коронавируса. Инфекционное отделение городской больницы имеет 120 мест для госпитализации пациентов. Однако при выявлении заражения больные будут направляться в Барнаул. А тем временем медики просят соблюдать элементарные правила личной гигиены. Мытье рук – это 100%, потому что на руках у нас столько возбудителей, сколько нет на других участках тела. Это появление в общественных местах без необходимости тоже не приветствуется. Лучше посидеть дома, лучше там позаниматься какими-то другими делами, чем побегать по магазинам, там посмотреть себе там платье там, или еще что-то, например.